Mening yonimda Suren Gabriel. Bu inson nafaqatgina ushbu kompaniyaning advokatlaridan biri, balkim partnyorlardan biri. Hozir ulardan bilib olamiz, bu yerdagi 140 ta xodimga nisbatan qanaqa asosiy talablar bor va eng asosiysi ularning praktikasida yaqinda bo'lgan qiziqarli holatlar. Здравствуйте, Сара. Здравствуйте, Альберт. У вас в компании работает более 140 сотрудников. Да. И вы можете рассказать нам основные категории, скажем, вот адвокаты, сколько их и на каких позициях у вас еще здесь работают люди? Да, конечно, Альберт. У нас сейчас 140 человек, как ты сказал. У нас 50 паралигалов, 50 legal assistants и 14 адвокатов сейчас работают. Отлично. Давайте сразу определимся. Значит, адвокат, понятно, его помощник это паралигал, а legal assistant это помощник паралигала, правильно? Правильно, да. Давайте начнем с основного. Какие самые главные требования вы предъявляете к адвокатам для того, чтобы они работали у вас здесь? Да. Мы когда нанимаем адвокатов, мы смотрим на их характеристики. Мы смотрим, как они, если они профессионалы, какая у них дисциплина. И самое главное, чтобы были профессионалы. Угу. Самодисциплина, это очень важно. А вот по поводу паралигалов и legal assistant? Паралигалы и legal assistant, они вместе работают, где они продвигают документацию в суд. Паралигалы надеются на legal assistant, чтобы они помогали делать их работу. У меня очень был недавно неприятный случай. Это было с миграционным адвокатом, и к нему пришел мой очень хороший друг. Они взяли все необходимые документы, естественно, предоплату, и сказали, что в течение полугода будет результат. Но получилось так, что паралигал просто забыла отправить документы в иммиграцию. Mm-hmm. И здесь больше пострадал сам адвокат, хотя он понадеялся, он дал поручение. Вот как вы это регулируете, чтобы paralegal и legal assistant все-таки не забыл вот такие очень важные моменты, технические моменты? Да, ну вот очень важно, что было в лоэрской фирме система, у нас называется Smart Advocate, где все даты напоминают наших legal assistants, когда when there's due dates или что-то надо было сделать, их постоянно организовывает наших паралигалов и legal assistant. Вы сказали, система Smart Advocate? Да. Угу. Да, очень классная, хорошая система. То есть умный система. Адвокат. Да, мы очень много лет ее пользуем, и она очень хорошая. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, нам, я знаю, что у вас очень много случаев интересных, но меня больше интересует такой случай, когда клиент получил отказ в нескольких юридических фирмах, и с этими отказами он пришел к вам, и вы достигли результата. И какого результата? Well, we had a recent story. У нас была такая вот история, где женщина пришла, даже она плакала у нее до слез, потому что она ногу поломала. Mm-hmm. У нее двое детей, девочка и мальчик, и тоже был муж. Она работала home attend. И где она ходила с работы, нашла домой, и and the sidewalk was leveled, and she fell over. Она споткнулась? Споткнулась, и она упала. Mm-hmm. Она пошла два адвоката. Два адвоката отказались, потому что они не могли найти, who was the owner of this sidewalk. То есть они не могли найти того человека, который отвечает за вот этот участок земли, где эта женщина упала. Correct. Whether они не хотели работу делать, что мы не знаем детали. Ну, мы отправили нашу персональную investigation team. У нас есть investigation team в офисе. Группа расследования, группа. Да? Они пошли и сфотографировали, где она упала, измерили, какая высота была. И мы нашли, кто... who was the owner of this plot of land? Это была государственная организация или частная? Это была компания частная, они только закрыли на это место, еще deed never was applied.
Мы нашли, кто был хозяин этого места, мы их засудили, у них, слава богу, была хорошая иншуринсная компания. И мы... Хорошая иншуринсная компания у той компании, которая владела этим участком земли. Правильно. Отлично. Да. Хорошая иншуринсная компания, мы выбили ей $300,000. $300,000? Да. Да. Понятно. И она до сих пор, мы с ней разговариваем, и она очень благодарна за работу, которую сделали ей. А теперь расскажите, пожалуйста, какой-нибудь кейс, который был буквально недавно. We have one recent case as well. It was a young lady as well. She was in her mid-30s, I think she was 35 years old. И she was driving home as well. She was driving home, and on the opposite side, женщина больше 90 лет ехала. За 90 лет ей было? За 90. И за рулем? За рулем. Она уснула. Этой женщины, которой 90 лет, она ударила нашего клиента, и очень сильно акцидент был, где обои машины были total loss. Слушай, ей, женщине, было 90 лет. Ее одна из самых главных заслуг в том, что она вообще, наверное, самостоятельно ходит в туалет. Она за рулем сидит. Машина была новая? Машина была старая, кажется, 98-го года. И это же проблема для Нью-Йорка, правильно? Ну, проблема, потому что в Нью-Йорке обычно старые машины где-то 25 тысяч имеют bodily injury claim, где максимально где-то до 25 тысяч можно выбить клиенту. Ну, а у нее было очень серьезные ушибы, где у нее проблема с позвоночником была, поломала ногу тоже. И мы ей выбили очень хорошую сумму, $1.75 million. Угу. Несмотря на то, что была старая машина, и, в принципе, человек, который сбил вашу клиентку, она была сама в пожилом возрасте, 90 лет, в принципе, я думаю, наверное, был очень сложный кейс, да? Да, сложный кейс, заняло где-то 3 года, но мы боролись очень много с иншуринсной компанией, но мы сделали нашу работу, и она тоже очень довольна с нами. И последнее. Что вы порекомендуете представителям узбекской диаспоры, проживающим в Нью-Йорке, когда они попали вот в подобную ситуацию? То есть, вот как в этом случае, авария либо упали? Да, если в аварию попадаете, сразу звоните 911 полицейским, чтобы они police report сделали. Потому что если police report не сделаешь, много может измениться за это время. Например, если человек виноват, он будет, может говорить иншуринсной компании другую информацию, и где вы можете теперь быть виноватым. И за это лучше сразу сделать police report в момент акцидента. А когда человек упал? Когда человек упал, но не всегда можешь репорт сделать. Если человек упал, сразу лучше поехать в госпиталь из места, сделать... где упали, чтобы тоже у нас... Медицинское свидетельствование. Да, свидетельство было. Понятно. Значит, в первую очередь, если попадаете в аварию, несмотря ни на что, даже если та сторона, которая вас ударила, как бы вас не уговаривала бы, чтобы какие бы золотые горы не обещала бы, в любом случае звоните в 911. Да. И не забудьте, медицину сразу надо пойти к доктору. Любые ушибы, иногда, если даже чувствуете, здесь чуть-чуть болит, вы думаете, это не проблема, но надо сразу пойти к доктору, и чтобы они сделали medical record, чтобы потом было адвокату легче доказывать ваши injuries. Спасибо большое. Спасибо большое, Дайк. Мы спросим у аудитории, хотят ли они отдельное интервью конкретно на вот эти темы, как себя вести в случае того, что если наши люди здесь, в Нью-Йорке, попадают в аварию, либо падают, чтобы это, знаете, была более детальная инструкция, потому что от этого никто из нас не застрахован. Да. Возникает вопрос. Человек в Америке. Почему человек? Он может быть не только гражданином или грин-карт-холдером, может быть просто нелегал. Даже, может, у него документы не еще в процессе. Он еще не обращался в иммиграционную службу, а проживает определенное количество лет здесь, будучи в нелегальном статусе. И не дай бог попал вот в такую ситуацию. Авария, либо упал. Как быть в таком случае? В Америке есть правила, где у нелегалов есть такие же права, которые у легалов. Если ты ушиб за because of somebody else's negligence, кто-то что-то неправильно сделал, и теперь у тебя ушиб,
у тебя такие же есть права, как у легала. И то, что этот человек, нелегал, обратится к вам за то, чтобы, ну, для того, чтобы вы ему помогли, у него проблем с иммиграцией потом не будет? Никакая не будет. Нет. А вот вы выбиваете вот эти суммы. Вот вы рассказали, что там 300 тысяч долларов, больше 1,5 миллиона долларов. Эта сумма денег, она облагается налогами? Нет. На personal injury, когда выбиваемые деньги, вы не платите никакие таксы. Интересно. Хотя Бенджамин Франклин всегда говорил так, что в Америке не избежать двух вещей. Первое – это смерти, а второе – это уплата налогов. Ну вот одно исключение есть. Спасибо большое. Спасибо.